А вот еще не сдержался в одной точке, там, где ключи от фонтана. Здесь они новое придумали. Баркасы сюда положили. Такие завлекающие рядом. Как бы ресторан Рыбинск известного певца-музыканта. Вот притащили такие старые баркасы. И их, значит, сейчас это уже является, как говорится, достопримечательностью. Не знаю, надолго ли, как дожди накидают сюда. Даже вот с этой стороны надо так снять. Издалека. Гораздо лучше издалека. Да. А рядом вот Рыбинск. Ну, в общем, подскажите мне, забыла я фамилию этого музыкального деятеля. Забыла. Певца, автора, композитора. И вот здесь, с этой стороны, вот так баркасик. Рядом другие всякие штучки. Вот всё. Здесь ведь тоже вот смотровая площадка оборудована как, ну, как катер, теплоход. Вы смотрите, как бы несетесь по волнам, к морю. Все таким образом придумано, предусмотрено. Все любуются закатом. Фонтан сегодня молчит. Может, еще какая поломочка случилась. Таким вот образом. А, там еще какие-то костюмы, что ли. Девочки в костюмах какие-то. Феи фотографируются. Феи, может, выступали, единорожка какая-то. Может, день рождения у девочки. И так ее присмотрели.